Анонс и дата выхода 15 серии турецкого сериала «Меня зовут Мелек». 15 серия сериала выйдет в эфир 8 января 2020 года. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. Напомним, в предыдущей серии мы увидели, как Мелек устала от того, что Албай постоянно преследует ее и не дает спокойно жить. Она принимает важные решения и отправляется в суд для того, чтобы подать иск на Албай. Она хочет добиться того, чтобы его лишили права опекунства над детьми. Когда Хафиза доставили в больничное отделение, то его пришел навестить друг. Врач сообщил о том, что его состояние критическое, и теперь судьба их пациента зависит от воли Всевышнего. В этот момент в больницу также приехала Мелек и неожиданно увидела здесь Халиля, который находился рядом со своим отцом и успокаивал его. Мужчина винил себя в том, что случилось с Хафизом, но Халиль старается убедить его в обратном и говорит, что его вины здесь нет. Когда Халиль встретился с Фериде, то они стали долго беседовать, и потом он все же согласился принять от нее помощь. Омер встречается с дочерью Мелек, и он хочет выяснить, по какой именно причине она избегает встречи с ним, ведь он не способен причинить ей какого-либо вреда. Когда Фериде разговаривала с Мелек, то совершенно случайным свидетелем этой беседы стал Халиль. Фериде просит Мелек о том, чтобы она не забывала принимать свои лекарства. Если же она не будет выполнять назначение врача, то ее болезнь начнет лишь прогрессировать. Напомним, 15 серия сериала выйдет в эфир 8 января. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.